Его в гости пригласили, а он всех побил. Представитель Югорского культурно-национального общества «Дагестан» Даниял Зайналов стал чемпионом открытого кубка ДНР по рукопашному бою. Турнир посвятили памяти донецкого героя Олега Гришина. Спортсмен приехал как приглашенный гость в составе делегации из нашего региона, прибывший с гуманитарной миссией. Но на ринге югорчанин, как сам он признался, бился в полную силу, не поддаваясь хозяевам. Всего в чемпионате приняли участие порядка 100 человек. Даниял выступил в категории тяжеловесов. У него было 2 боя, оба принесли ему досрочную победу. Я как бы вел себя как гость именно до того момента, как до моего первого боя. Бои были на самом деле не из легких. Соперники, видно, готовились к открытому чемпионату, знали, что приедут гости на открытый чемпионат Донецкой Республики. Я не стремился завершить бой нокаутом, так как понимал и осознаю, что каждый соперник как бы готовится непосредственно, чтобы он и каждый соперник хочет выиграть. Они были очень серьезными, достойно держались на ринге. Все прошло достаточно хорошо, но в нашу пользу.